распределить между собой подрядчиков и лично контролировать, как те тратят средства на содержание дорог. Такой вариант предложил сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев депутатам Государственного совета Чувашии во время встречи с представителями парламентских фракций. В одном из районов Чувашии подрядчик, который выиграл тендер на содержание дорог, только в мае 5 раз покосил траву. Зато заросли кустарника по откосам на некоторых участках летом грозят превратиться в лесополосу. И это проблема, отметили депутаты. Денег хватает на все виды работ, а вот эффективность их расходования явно хромает. Здесь вопрос стоит на самом деле не выделение дополнительных денег, пока на сегодняшний день не так. Давайте повысим эффективность использования тех денег, которые уже направлены на содержание дорог. Вот давайте прямо сейчас возьмем с вами на контроль всех тех подрядчиков. Давайте вместе с вами возьмем, сколько у вас, 44 депутатов. Там, по-моему, подрядчиков не больше. Давайте берите под контроль, садитесь, скажите, что вот это прям моя личная просьба. Сейчас для этого самое время. Этой зимой осадков выпало мало, и будет интересно узнать, получилось ли у подрядчиков сэкономить, к примеру, на вывозе снега. Представитель фракции ЛДПР Константин Степанов уже попытался это сделать. Они говорят, снега было меньше, но зато ледяной дождь был, поэтому мы реагентов рассыпали с ледяной смесью больше. Теперь прозрачность в этой сфере будет контролировать, судя по всему, весь депутатский корпус. Ну а Минтруд займется изучением вопроса, возможно ли на уровне республики принять закон о детях войны и в какой форме. Речь про категорию граждан, которые родились между июнем 1927 года и сентябрем 1945. Такой категории у нас в республике 70 500 человек. Вопрос непростой, и Минтруд республики получил задание просчитать возможные варианты. Ну а пока начать можно с того, что не потребует дополнительных бюджетных трат, отметил Олег Николаев. Помимо денежной составляющей, есть еще такое понятие, как форма нематериальной поддержки. Ну, допустим, там это возможность там попасть без очереди к врачу. Председатель Госсовета Альбина Егорова рассказала, часто жители районов обращаются по поводу бродячих собак. Сегодня есть и закон на уровне Российской Федерации, да, то, что питомники должны быть в муниципальных образованиях. Сегодня все-таки надо тоже над этой темой все-таки задуматься. Закон есть, а реализация отстает. На каждый питомник требуется не менее 3 миллиона рублей. Один из вариантов – создание межмуниципальных центров. Этим вопросом плотно займется новый главный ветеринарный инспектор республики Константин Викторов. Ольга Пырочкина, Павел Рядков. Республика. Внесены изменения в закон о выборах главы Чувашской республики. В соответствии с ними теперь есть возможность выдвижения кандидата на должность главы путем самовыдвижения. Меняется и предельная сумма всех расходов и средств избирательных фондов каждого из кандидатов. В документ также внесены изменения, связанные с регламентами проведения выборов. Они касаются сроков и объемов предоставления эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, сроков проведения предвыборной агитации на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях.